Добро пожаловать на канал Системник. В этом видео мы разберем, как можно легко и просто подключить принтер к вашему ноутбуку. Перед просмотром ролика попрошу вас поддержать данное видео и поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы мы могли вас дальше радовать полезным контентом. В первую очередь нужно подключить принтер, подключаем кабель питания и USB питания к вашему ноутбуку. Перед включением вам нужно установить драйвер, и многие производители все еще прикладывают диск для установки драйверов, или же в инструкции присутствует QR-код, который ускорит процесс установки. Если у вас такой информации нет, то обратите внимание на название принтера и просто укажите в поисковике, а в конце добавьте слова «скачать драйвер». Первая ссылка зачастую будет вести на официальный источник для загрузки драйвера. Перед скачиванием самого драйвера просмотрите совместимость разрядности с вашей операционной системой. Разрядность можно посмотреть, кликнув правой клавишей мыши на «Мой компьютер» и обратиться в пункт «Свойства». Принцип установки драйверов почти аналогичный со всеми производителями. Загрузите архив в удобное место и извлеките файлы в любую папку. Теперь запустите драйвера и разрешите вносить любые параметры для принтера. Теперь драйвера установлены, и вы можете делать печать ваших документов. А все необходимые настройки мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Приятной печати и до скорого!